Вот мы зашли в ресторанчик, только название непонятно. TXOTS. Вот здесь говядина различного валяния. Очень прикольный такой интерьер. Много сыров. Маслины, сыры, баклажанчики, анчоусы. Очень здоровский такой ресторан. В двух шагах от нашего отеля. С бочками, вином. Супер, класс. Будем кушать. Так, что по еде в этом вот TXOTS, идиотское название. В общем, креветки с чесноком стоят всего лишь 11,80. Салат с козьим сыром типа бри обалденно вкусный, 8,95. И еще мне они принесли мой quinoa bowl, который с лососем, кстати, который тоже 8,95. Пиво местное разливное Estrella 3,75, очень достойная цена. Просто, без пафоса и истерики, очень вкусно и недорого. Всем советуем этот ресторан вот с таким вот непонятным названием. Ну и вот принесли нам наш боул. Quinoa, морковка, лосось, помидор, руккола. Ничего особенного. Пьем пиво, едим.